Так, Саш, я не буду в это вкладывать. Серег, можно реально нормальные деньги. Я понимаю, но нет. Я все понял, ладно. Саш, давай, не обижайся, ладно? Серег, руку-то слышь? И что говорят наши партнеры? Ну, в общем, я поговорила с нашими партнерами, они сказали, что не согласны. Никак не получится. Я сразу сказал тебе, это не, это не пойду, понимаешь? Ты вообще о чем? Да, согласен. Серег, знакомься, это моя новая девушка Полина. Понял. Очень милая пара. Спасибо. Девушка, извините. Дело в том, что в целях безопасности нужно осмотреть вас. Именно вас. В смысле? В чем проблема? Вас нужно осмотреть в целях безопасности. Отойдите, пожалуйста. Все хорошо. Можете идти. Дело в том, что на вас жалоба поступила. Надо вас осмотреть, именно вас, в целях безопасности. Что, опять? Всем привет. Ну вот я наконец-то пришла на шопинг. Девушка, у нас съемка запрещена. Уберите, пожалуйста, камеру. Ну что, ребят, что успеваем? Можно ваши паспорта, пожалуйста? Здравствуйте, здравствуйте. Можете ваши сумки показать, пожалуйста? В целях безопасности. Станислав, справляемся, все нормально? Так, если что, я на третьем этаже, ладно? Если что, меня зовите. Все. Слушай, ребят, я на самом деле вообще люблю дельфинов. Ну реально, это умные существа. Они еще когда, короче, плавают, такие типа... Все сказал? Знаете, друзья, в такие моменты считаешь Тему конченым. Зачем меня так жестко стебать при девушке, которая мне, возможно, нравится? Чего смеешься? Да так, ничего. Да, действительно, в такие моменты мне крайне неприятно, потому что вдруг у нее кто-то есть, не хочется быть рогоносцем. Я вообще хочу взять сектосы. Ну еще какие? Вот зачем это делать? Я же зожник. Втроем, на меня трое вылетают, второму накинул, короче, очень с ноги ушатал, прикинь. В мире так много людей, которым в определенный момент нужна поддержка и понимание, чтобы сделать шаг вперед. Сейчас активно идет сбор средств на помощь Тёме. Я напоминаю, что врачи диагностировали у него, что он долбоёб. Просьба каждому из вас не оставаться равнодушным. Напишите в комментариях, сколько вы готовы были бы выделить денег. Ну что, Серёг, нормально ты на 7 зарабатываешь, а? Ну хватает. А что, мы с тобой кенты, ну я с тобой поснимаюсь, там тоже можно там туда, там как бы, ну, чисто один там тоже подзаработаем вместе, а? Саш, ты... Да ладно тебе. Слушай, Серега, ты же в этом инстаграме там вертишься, крутишься, там популярный. Я там просто, ну, лошадиную ферму открыл, мне надо как-то, ну, раскрутить, пропиарить там, ну, рекламочку там сделать. Ну как не помочь сводному брату? Спасибо большое. Да. Ты что, типа блогер? Да. Да, у него, конечно, день рождения скоро. А ты, кстати, ему что купил? Я духи, а ты? Да, я там чисто коробку купил, лайкбокс. Вообще прикольная тема, очень много всяких сладостей здесь вообще. Тут даже некоторых сладостей продажи нет, ты представляешь? Я думаю, ему такой подарок точно понравится. Ой, реклама подъехала. Какая реклама? Ты вообще о чем? Зайчик, что случилось? Серег, ты чего стоишь грустно? Погнали лучше сами потусим. А, да не, я возможно, сейчас уйду. Так а что случилось-то, Серег? В последнее время я просто сам не свой, блин, если честно. Мы тут собрались вроде как компания, ты чего? Да, я понимаю, но мне кажется, будет лучше, если мы сделаем пока что паузу. В смысле? В чем проблема? Послушай, дело не в тебе, правда. А в чем? Мне сессия. Солнышко, это тебе. Спасибо. Ну не стоило, я же на диете. Так, я не хочу это больше слышать.
Боже, ты просто идеальный. Какое платье мне лучше купить, красное или белое? Что за вопросы? Бери, конечно, оба платья. Ну как, с Лешей пятницу идете в бар? Бар? Да. Ничего больше заняться, ничего. Блин, он у меня такой классный, заботливый, пишет, звонит. Что, ты офигел? Что такое? Почему сегодня девушка без цветка, я не понимаю. Как можно было в этот прекрасный день оставить девушку без цветка? Настя? Точно. Меня Сережа. Я думаю, мы без слов все поняли. Знаете, тупые люди, они везде. Они настолько везде, что некоторые из них даже вы. Да, алло. Алло, Серега, что делаешь? Спишь? Ты что, подстригся? Да. Серег, ты дома? Я, блин, один живу. Алло. Алло, Серег, привет. Слушай, ты где? Доктор, скажите, это как-то лечится? Нет. А вы с каким вопросом? Говорят, даже... Блин, вообще что-то холодно, да? Да, не говори. Фига, ты что, куришь? Серег, что за глупые вопросы вечно? Да это не вопрос, блин, ты просто типа до этого ни разу не курил, я типа... Ладненько, я пошел. Давай, что, домой? Да. О, это что мне? Это правда мне? Блин, может зайдем куда-нибудь? Тут что-то прохладно. Тебе что, холодно? Серег, ты что, уже оделся? Друзья, всем привет! Наверняка вы видели, как многие популярные блогеры разыгрывали iPhone, находясь в каком-то месте. А что бы делали вы, если бы то же самое происходило бы рядом с вами? Поехали! Друзья, всем привет! Только что купил новый iPhone X. Разыгрывают iPhone среди своих подписчиков. Условия очень простые. Подойти ко мне в видео, и первый, кто ко мне подойдет, тому отдам этот iPhone. Нужно просто назвать мой Instagram всего лишь. Почему бы, в принципе, не подписаться на мой Инстаграм? Потому что у меня нет Инстаграма, я забыл пароль. Ну вот видишь, можешь, в принципе, идти. Блин, братан, прикинь, если бы я, короче, был бы богатым. Да, вы знаете, мне нужен пиджачок для переговоров, значит, вот, чтобы выглядело максимально пафосно, чтобы уже знали сразу ответ. Желательно, как на вас сидит, только чуть получше. По поводу цены... Цена не вопрос, в принципе. 2 миллиона, и вопрос был закрыт, на самом деле. Нет, девушка, вы знаете, у вас цены здесь, как будто в забегаловке какой-то. Вы давно вообще работаете? Нет. Мы просто заведение будем скоро открывать. Вот, если хотите зарабатывать довольно неплохую сумму, можем, в принципе, вас устроить. Вот такая девушка. Я не знаю, почему отказываю. Отказываю? Да вы что? А что там пишут? Недостаточно... Плата, недостаточно средств. Недостаточно средств? Привет. Привет. А как тебя зовут? Какая разница? Что за книга? «Унесенный ветром». Надо же, я читал эту книгу. И как тебе? Блядь, ты очень интересный собеседник. У нас с тобой все прям как в той книге. Случайная встреча не случайная.